Доброго времени суток, дорогие подписчики. И сегодня будет у нас анбоксинг. Давненько у меня на канале ничего из коробки не появлялось. Значит, вот, буквально вчера я забрал с новой почты такую вот замечательную коробочку. И открывать я эту коробочку буду китайской репликой ножа Falkniven F1. Погнали! Ножичек очень остренький. И скажу так, с крайне выдающимися техническими показаниями или практическими характеристиками. Так, и что я здесь вижу? Вот такая вот себе упаковка. Странно, конечно. Ну давайте. Ёлки-палки, так неудобно это делать на камеру. Упаковано более чем хорошо, что с фокусом. И так, пустота. Пустота, все это мы убираем. Упаковочная ленточка. И вуаля! Значит, что мы здесь видим? Кто еще не понял, здесь ножичек Falkniven WM1 модель. Ну, как вы понимаете, это не оригинал ножа. Хотя, кто его знает, но я точно знаю, что не оригинал. Он приобретался как реплика на ресурсе Rybert Info. Обязательно в теме я выложу это видео, дабы, скажем так, люди видели добросовестного продавца и понимали, то есть, как надежно упаковываются посылки. Ну да ладно, большое спасибо ему, кстати, за это. Вот такая вот коробочка. Давайте посмотрим, как она открывается. Итого, что мы здесь видим? Пластиковые ножны. Кто не знает, такой нож поставляется только с пластиковыми ножнами, насколько я знаю. Обращаю ваше внимание, здесь кнопочка. Что, тоже черная, да? Тоже черная. Странно, что-то я думал, что белая. В черной красочке. Открываем все это дело. Достаем. И вот он, красавчик. Значит, причины, по которым я захотел купить еще одну реплику ножа Falkniven. То есть я дальше вам расскажу в обзорах и в тесте непосредственно вот этого вот ножа на дереве. То есть вы все это дело посмотрите и оцените, скажем так, труды китайцев на почве копирования оригинальных ножей. В общем, визуально мы ничего не видим, никаких повреждений. Все точно так же, как было заявлено продавцом. Обзор конкретно на этот нож будет со временем. Вот. Все. Спасибо и до новых встреч. До свидания.